الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا ما يهديه الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله إنه من يطع الله ورسوله فقد رشد وما يعصهما فلا يضر إلا نفسه. Раз вот этот, эти слова всегда говорят со всех мечетях мира в начале проповеди. Тот, кто проявляет покорность пред Всевышним и его посланником, тот приносит пользу самому себе. Тот, кто проявляет непокорность, не прислушивается к божественным наставлениям и наставлениям его заключительного посланника, тот вредит только самому себе. И вот тот же самый хадис, который мы с вами процитировали, «Атьябу кеспин», то есть лучшая работа, да, для мужчины, то, посредством чего он может зарабатывать себе на жизнь, это то, что он делает своими руками, как я сказал, программисты в том числе, руки, тельные мастера и водители, там, не знаю, и ученые, да, то есть это все наши руки. То, что он делает самостоятельно, своими руками. Безусловно, руки без мозгов им никуда не деться. Мозги должны быть, чтобы рука соответствующим образом выполняла все это по-мастерски. Соответствующие нейронные пути и многие годы повышения квалификации мастерства. И бейн мабрур. То есть именно правильная торговля, правильная с точки зрения именно того, что ты взял на себя определенные обязательства, ты их выполняешь. Эти вещи, слышать такого рода хадисы, слышать, практиковать, это для этого нужна жизнь. Мы должны их слышать, мы должны подобные хадисы себе напоминать, и это наша жизнь. И такого рода хадисы должны нас мотивировать становиться лучше, в том числе лучшими из лучших, или вообще лучшими. Мне хотелось бы процитировать кратко, так как какое-то время назад те, кто на улице, говорят, а можно, чтобы хутба была покороче, мерзнем, прямо к намазу подъезжаем. Согласен? То есть в какой-то степени нужно, безусловно, все это кратко и емко. Улицы, свои условия некомфортные. Третья сура, 185 аят. Один из аятов, который очень сильно повлиял на мою жизнь, когда я учил эту суру наизусть, я рассказывал историю, как я вдруг, выучив уже суру, сотни раз ее прочитав, просто повторяя по памяти, ехал в автобусе, когда был студентом, и вдруг остановился на этом аяте. То есть смысл я его не слышал. Я его сотни раз прочитал, зная арабский, хорошо им владея, но смысл я его не слышал. И когда услышал, конечно, у меня осталось на всю жизнь, периодически к нему возвращаюсь, иногда цитирую. Он просто, конечно, каждый аят прекрасен и по-своему, но этот, конечно, это вот такая особая красота. Астаиду билля, куллю нафсин заикатуль маут, ва иннама туваффауна уджуракум йаум аль-кияма, фаман зухзиха анин нари ва удхила аль-джанната факад фаз, ва мал хаяту ад-дунья илля матауль гурур. Лишь кратенько, как раз сегодня утром, когда я его читал, стараешься, чтобы мозг видел те очередные этапы в жизни, которые ты прожил, и смотрел на смысл этого аята через эти этапы, и на саму жизнь через смысл этого аята. И это, ну, очень приятно. «Куллю нафсин даикатуль маут». Ну, здесь кратко, если то, любая душа почувствует вкус смерти. То есть мы не вечно на этой земле. Любой человек, любое творение, которое имеет душу, оно почувствует вкус смерти. Но это не главное, что каждый человек почувствует вкус смерти. Это не главное. Поистине свои вознаграждения, воздаяния за правильно прожитую жизнь, праведно, терпеливо, где-то сдержанно, мудро. Ведь это не так просто. Вы свои воздаяния,
вознаграждение от Всевышнего Творца, получите в полной мере Йом аль-Кияма, судный день. Ведь очень часто мы ждем отдачу здесь и сейчас. Такова на сегодняшний день психология вообще общества, мирового общества. И никуда не деться, если вы сидите подолгу в интернете или в свое время сидели, если вы хотя бы иногда смотрите телевизор, вы иногда хотя бы общаетесь с людьми, в любом случае вы это чувствуете, постепенно-постепенно вас это оседает. Как можно, то есть, быстро стать богатым, свалить оттуда, отсюда, быстро на этом разбогатеть, на другом. Поэтому особо люди, как бы, там, очень часто не брезгуют тем, как они зарабатывают. Главное, чтобы побольше, быстро, а потом не работать. Но в основе своей это не работает во благо этому человеку. И обычно приводит его либо в тюрьму, либо потом к пьянству, к наркотикам, к пустоте в душе и так далее. Но это отдельная тема. А вот здесь говорится о том, что люди немножечко услышите. Вот то хорошее, что вы делаете. Очень часто мы за это хорошее хотим получить спасибо сейчас. Вознаграждение сейчас, еще что-то. А мне за это заплатили или не заплатили? А почему я должен это делать бесплатно? Или еще что-то? И самое разное. Вам в полной мере воздастся от Всевышнего Творца судный день. Вау! Это какое же состояние одному Всевышнему ведомо? Когда ты не получил какие-то оплаты, платы, еще что-то, кто-то тебя обманул, кто-то тебя кинул, но ты в состоянии вот это хорошее твое, либо чье-то злое другого в твой адрес, ты в состоянии это превратить в груз на чаше твоих благодеяний в судный день. Ты в состоянии забыть о том хорошем, что делал, на всю жизнь. Ты в состоянии простить, по крайней мере, в душе. Ведь это очень сложно. Тому, кто тебя обидел, оскорбил, да, подвел, обманул, кинул и так далее. И ты этот груз кладешь на чашу своих благодеяний в судный день. Это непередаваемое чувство. Но если вы с этим сталкивались, вы знаете, что дьявол сделает все возможное, чтобы за вами это не осталось. Чтобы вы все равно жалели о том хорошем, что вы сделали. Чтобы все равно кого-то, кому-то потакали, что вот я же тебе это сделал. Чтобы все равно не прощали, чтобы все равно питали злобу, ненависть и так далее, и уничтожали самого себя. Чтобы вы это на чашу благодеяния не положили. Это уже его функция, его, в общем, деятельность. Но в этом тоже есть красота жизни. Уметь все эти ловушки обходить. Так вот, воздаяние в судный день самое красивое. Самое чудесное, самое невообразимое, оно просто невообразимо. Но вот там вы это получите сполна. Тот человек, который в итоге, по милости Творца, на основе своей веры и благодеяний, тот человек, который будет удален от ада и будет введен в райскую обитель, вот это победитель. Да, он победил. Да, он смог через все эти нюансы пройти, и в итоге он победил. Вау! Это, конечно, целые проповеди, много проповедей можно об этом читать. Я в свое время много это комментировал. Жизнь земная, и нет сомнений в этом, предмет ослепления. Можно перевести как самообольщение, тщеславие, высокомерие, гордость. Пояснение. Она есть то, посредством чего вы можете быть обмануты. Можете жестоко обмануться, купив за что-то очень серьезное то, что не стоит и гроша. Но здесь один абзац из комментария зачитаю. Каждая душа почувствует вкус смерти. Кулю нафсин дайкатуль маут. Зачастую мы думаем так, будто бы собираемся жить очень долго и еще много успеть. В том числе и в обязательности пред Всевышним. Но жизнь ведь может прерваться в любую минуту. Коран призывает человека думать рационально и не переносить на завтра то, что можно сделать сегодня. Завтра может и не настать. Когда придет момент смерти, человек обратно уже не вернется. Бесценная возможность выбирать и принимать решения покинет его с выходом души. А следующий аят буквально
Очень легенько переведу, но здесь есть очень важные полезные моменты, которые в том числе я вчера на себе физически это испытал, участвуя в этой передаче. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ أَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُونَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. То есть вы будете испытуемы и в том, чем вы обладаете, и в вас самих. И вы услышите «Лятасмауна» тройное усиление. Я этот аят не раз читал. За последний вот уже 18-й год, являясь имамом этой мечети, за последние 17 лет что только не происходило в российских СМИ и в мировых. И какие только неприятные и в адрес отдельных мусульманских национальностей, и в адрес ислама, и вообще мусульман, столько неприятного услышать пришлось. И потом уже просто я перестал телевизор смотреть и интернет читать. И просто создал как бы определенно для себя тот мир с теми делами, которые хочу в этой жизни сделать. И все. А остальное, вся эта болтовня меня не интересует. Но все-таки был период. И вот даже вчера оказавшись, опять же, просто внутри этой передачи, вот это вот нехорошее в адрес мусульман опять слыша, полезно лишь раз напомнить себе этот аят. لَتَسْمَعُنَّ. Вы будете, вот можете не сомневаться, вы услышите от тех, кому было дано Писание, от людей Писания, то есть от иудеев и христиан, а также от язычников, там, атеистов, безбожников и так далее, вы услышите, вы, мусульмане, услышите «адан кафира» – очень много боли. То есть из-за какого-то террориста, из-за какого-то еще чего-то там, ИГИЛ, не МИГИЛ, 5-10, но будут обобщать и всех вас где-то оскорблять, унижать и так далее. Обобщать. Как будто вы все совершаете это преступление, вы все такие плохие, еще что-то. Вы услышите, это будет неприятно. Это будет очень неприятно. Потому что это оскорбляет и вас лично, и ваше человеческое достоинство, и вашу веру, и вашу религию, и полтора почти миллиарда мусульман мира. Подавляющее большинство из которых вообще никакого отношения к этим преступлениям не имеет. И все знают о том, что все эти преступления с этими мигилами – это все чистой воды внешняя политика Англии, Америки. Это чистой воды огромный бизнес. Триллионы долларов за этим стоят, чистой прибыли. А этим бегающим с автоматами и так далее им просто мелочь раскидывают, потому что они до этого были совсем нищими и неудачниками. Ну, здесь им несколько сотен долларов подкинут или тысяч, и не более того. Это все понимают. И что мусульмане в большинстве своем к этому отношения не имеют, это все понимают. Но мы постоянно слышим в адрес нашей религии и в адрес нас, мусульман вообще, очень много унизительных и оскорбительных слов. И вот здесь говорится, вы это услышите. Адан кафир, вам будет очень больно, вы это много услышите. وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Но в этом случае к чему призывает Коран? وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Но если вы будете терпеливы, пояснение, сдержанно преодолеете неприятное для вас, сумеете нейтрализовать негативный осадок, простить нанесенный вам обиду, и набожны, пояснение, когда вам наносят боль и вызывающие задевают честь, вы все же не ответите на зло злом, то есть если вы будете терпеливы и набожны, то это азмин азмиль умор, то есть это великое дело, требующее от вас стойкости и решительности, азм. То есть это очень сложно будет. Если вы это сделаете, тасберу ататтаку, проявите терпение и набожность, будете выше этого, то это на самом деле великое дело, требующее от вас стойкости и решительности. И последнее. Вчера один хадис, я не могу его не перевести, там по коже мурашки. Такой хадис, это вот, но это войти в это состояние, не выходить в него, я думаю, многие мечтают. Он чудесен, он удивителен. «Кун фи дунья кааннака гарибун ау абиру сабиль». Да. Ну, последние уже лет 25 я периодически его слышу, читаю, учил в свое время, сталкиваюсь с ним, задумываюсь, переводил его. «Кун фи дунья кааннака гариб». Пророк, алейхиссалату ассалям, заключительное Божье послание сказал: «Будь в этой жизни подобно, как ты, гариб». Гариб, то есть не местный. Ну, ты не местный. Вот эта вся вот эта информационная мешанина, там люди то, другое, все это самое разное. Ты не местный. То есть ты стараешься найти себя, ты стараешься воспитать своих детей, подумать о своих внуках,
Да? Ты стараешься сделать что-то хорошее, то все то хорошее, все, что хорошее ты делаешь для своего подъезда, для своей улицы, для своего города, для своего народа, для своей страны, ты все это делаешь только для себя самого, потому что делаешь это пред Богом, бескорыстно. То есть ты, гариб, ты живешь не в тех информационных потоках, чувствах, криках, лозунгах. Нет, это не твой мир. Ты в этом мире живешь подобно как гариб, не местный. Ты не местный. И вот если человек может, как я поэтому говорил вам, иногда выключайте телефон и послушайте себя. Что вы сделали сегодня хорошего для себя, для своей семьи, для своего земного, для своего вечного, для тех, кто рядом с вами? Сколько хороших слов вы сегодня сказали? И насколько ваша душа была переполнена каких-то негодований, сожалений, недовольств и так далее? А все-таки сколько было хорошего? Гариб. То есть мы же здесь временно, как мы сказали. Но так это временно, нужно этим воспользоваться во благо свое, но то есть только через совершение чего-то хорошего в этой жизни. Мы строим для себя благополучие вечности. Соглашусь, как вчера этот один из участников сказал, вот там сделали этот опрос в Европе, в мечетях, в местных общинах, треть молодого поколения поддерживает там терроризм. Я говорю, послушайте, эти молодые ребята, им сегодня 25-30 лет, а что они последние 15-20 лет слышали? О том, что ислам равно терроризм. Они ведь только это слышали. Вы их этому научили, в мечети никто их этому не учит. Но они читают интернет и слушают телевидение. И оттуда они это 20 лет уже слышали. 20 лет. Если бы я не был бы с поколения тех, кто до этого был мусульманином, я бы тоже, наверное, поверил в это. Но я просто был намного раньше религиозно практикующим. И читая в оригинале и аяты, и хадисы. И поэтому знаю, что этот информационный мусор, он к нам, к исламу, мусульманам, не относится. Но нейробиологию, работу мозга, ну никуда не деть. Если этим молодым ребятам по телевидению 15-20 лет говорили, что терроризм – это исламский, и это именно ислам, и все раскладывали, и ты в рай попадешь, и мы это слышали. Ну куда деться то, что они говорят, что это вроде как ислам? Их этому научило последние 15-20 лет СМИ, масс-медиа, мировая масс-медиа. И никуда от этого не деться. И это проблема на сегодняшний день и для мусульман, и для немусульман. И следует это признать, кто все-таки в этом виноват. Конфидуньяки аннеке гариб. Будь в этой жизни подобный, как ты не местный. То есть найди себя, свое место в жизни. Но вот это вот все, чтобы тебя не отвлекало. Ты сделай максимум хорошего, но чтобы это не отвлекало. А у аберу сабиль. Аберу сабиль – это проходящий. Ты проходишь, но есть вопрос, как ты пройдешь. Какие ты следы после себя оставишь? В этом вопрос на чаше весов. Либо благодеяние, либо злодеяние. В судный день. Чудесный хадис. Вакана ибн Умар, сподвижник пророка Мухаммада, алейхиссалям, ибн Умар говорил, вот этот хадис, упомянутый в своде хадиса Бухари, Бухари сразу поставил комментарий ибн Умара. Идам сайта фалятантазри сабах. Если наступил для тебя вечер, не жди утра. Ты должен этот вечер вдохнуть все его великолепие. И твой очередной намаз, и твое общение с детьми, и твое планирование завтра, и многое другое, и земное, и вечное, ты должен почувствовать этот вечер. Не жди, когда вот утром, не живи в утре, а будь здесь и сейчас, в этом вечере. А если наступило для тебя утро, не жди вечера. Ты будь в этом утре, не будь в вечере. Ты будь в этом утре. Ты здесь, аберу сабиль. Ты здесь оставляешь свои следы. Ты здесь прохожий, проходящий. Ты здесь оставляешь, в этом утре оставляешь свои следы, свои благодеяния, либо злодеяния, свои хорошие дела и поступки, слова, либо нет. Ты здесь и сейчас. Худ мин сихатика ли мардык. Пока ты здоров, возьми для периода, когда ты будешь болен. Ведь очень часто молодежь – это отдельная тема. Когда здоровы, зарабатывают, тратят направо-налево. Заболел, а денег-то и нет. Постарел, а денег-то и нет. Извини, а ты что раньше делал? Худ мин сихатика ли мардык, ва мин хаятика ли маутик. И возьми из этой жизни то, что тебе пригодится после смерти.
بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه هو السميع العليم الجواد الكريم.